Вот, короче, тут разбираем завалы наши, накопившиеся за много-много времени. Вот это вот работа графические на выброс. Вот за все время там как бы и ученические мои работы, когда я там всякие бяки рисовал. Вот. И вот хотел бы сразу показать, что у меня тут есть. Вот то, что сохранить хотелось на память. Часть просто отсканирую, часть, не знаю, оставлю, может, как есть. Вот это вот, например, обложка для силуэта сингла. А это вот я готовил, по-моему, то ли мультфильм хотел делать, то ли чё ли для выставки. Ой, не для выставки, для концерта. Ой, забыл. Среди запертых дверей. Все, Настя попала на видео. В общем, среди запертых дверей вот. Вот это вот картинка просто. Вот, я вот хочу ее, кстати, нарисовать потом уже в диджитал. Вот она. Классная. А это давным-давно делал, тоже оформление для альбома. Вот, вот, кстати, вот будет мероприятие в мае 2023 года. Вот там будут еще картины и фотографии. Вот, может быть, даже вот это вот можно использовать. Но я не буду оформлять, конечно, оригинал. Скорее всего, это выброшу и сделаю, ну, отсканирую и диджитал сделаю. Так, это вот эскиз, который я хочу тоже сделать. Вот, гора вот такая вот среди каменюк. Вот. Но это очень не скоро. Много всего. А это эскиз. Эскиз для обложки альбома «Книга начал». Вот еще Золотворец когда был. Вот можете узнать, если видел кто. Ну, это их лица выражают спокойствие. Первый вариант. Это я аватарку себе рисовал. До сих пор ВКонтакте есть в сохраненках. Ну, тоже думаю отсканировать, потому что тогда я фотографировал просто на слабенькую камеру. Так, это я обложку альбома делал. Так и не сделал. Это тоже, по-моему, для обложки альбома. Или просто хотел какую-то бяку сделать. Вот, тоже можно в диджитал сделать. Это вот я просто, короче, водил карандашом. Тоже можно что-нибудь из этого сварганить потом. Это обложка альбома, опять же, делал, да. Тоже можно доработать. А это раскадровка для видео, которое мы снимали для выставки концерта, кто должен был в Краеведческом музее проходить. Эволюция номер 9 потом стала клипом. Вот, запомните ее, выброшу к чертям. Вот, а это вот тоже среди запертых дверей для мультфильма делал. Такая бяка. Так, это какой-то лист чистый. А, человек с клювом. Это я вот обложку альбома тоже делал. Ну, тут фотографии, там всякие сканы и прочее. Тоже отложу. Тоже на выброс. Как бы не сохранится ничего. Тут две, короче, картинки. Вот, смотрите. Вот арт. Или может действительно воткнуть в рамку и повешать в этом, на выставке. Потому что это... Так, это я обложку альбома для психобоулинга готовил. Тут он Женя напечатан. Как там? Покойся с миром. Вот. Вот, печатал, смотрел, как получается. Тут я вот пытался первый вариант напечатать, получилось вот криво. И вот, это, по-моему, даже еще лучше вышло. Так, это эскиз опять. Тут вообще ничего не видно, это, короче, их лица выражают спокойствие. Это я пытался гротеск делать иллюстрацию другую. Вот такая она была изначально. Вот. Это вот я перевел на большой размер. Вот такая вот фигня. Ну, руки-то понятно, как у курицы. Вот, это вот я эскизы, опять их лица выражают спокойствие. Вот они. И вот получается тоже эскизы, все эскизы, эскизы. Все делается по эскизам, ничего с нуля. Вот и все. Все, отсняли, отсняли, классно. Спасибо за внимание.